Доброе всем утро. Ребят, сегодня произошла такая ситуация. В общем, у нас на сегодня готовилась свадьба. И мы сделали 4-килограммовый торт. Ну, все это не про это, а про то, что вчера вечером накануне свадьбы позвонила мама невесты и сказала, что жених погиб. У меня к вам просьба такая. Если кому-то хочется попить чаю или просто покушать вкусного тортика, пишите в директ, мы продадим по себестоимости. Потому что торт на 4 килограмма, он остался. Очень жалко, если он пропадет. Жалко, если пропадет тортик. Если кто хочет, напишите.